Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Миша Зой. Сегодня я поиграю в Roblox, в игру про троллейбусы. Ну что ж, начнем. Вот у меня, это я просто у бабушки дома. Так, смотрим мышку. Ага, нажимаем. И смотрим мою игру, вот она. Вот, видите, нажимаем. Нажимаем вот на эту кнопочку. Ждем. Вот у нас идет загрузка. Да и ладно. Давай заходи. Сам у меня почему-то не заходит Roblox. Так, ну должно заходить теперь. Да, да блин. Нажмем крестик. У меня игра не заходит. Вообще класс. Ждем. Берем мышку в сторонку. Так, давай загружайся. О, я только хотел сказать ура. Ладно, давайте тогда в другую игру проиграем. Про троллейбусы тоже. Я не туда нажал. Ладно, последний раз посмотрим. Мало ли получится. Не, вроде получается. Жалко, тут только все на английском. Мне бы сейчас поменять на русский. Да и ладно, пускай оставим в США. Нажимаем драйв. Сделал 9. Обычный, вот так. Вот так. Тут видите, какое-то странное депо. И знаете, как это депо называется? Это из другой игры, это пасхалка. Вот, поставили, короче, депо разработчики. Ну, тут сильно много пасхалок в этой игре. Вот. Вот. Вот мои права. Вот. А пока ждем загрузочку. Уже все, 95 и все. Загрузилось. Вон наш троллейбус стоит. Подождите. Тут на компьютере неудобные, конечно. Берем сначала тубокс. Проверяем его надпись. Это ZU9-22-2060. То есть ZU-182. Пошлите. Да как открыть дверь? Господи. Ура, я открыл дверь. Кстати, там троллик отправляется. Это тоже, кстати, 608. Блин. Я хотел сделать кое-что. Вы не поверите. Господи, как это сделать? Я умираю. Так. Как это сделать? Я хотел себе поставить флажки. Ну, чье это производство? Я хотел, чтобы Россия была. Так. Я не помню, но вроде на эту кнопку нажимается. Короче, проверяем все кнопки. Вот тут бег. Вот тут поворотники включаются. Ой. Это назад бежать. Вот так, заходим. Так. И так. Я вообще на компьютере ни разу не играл в эту игру, так что я и хочу. Вот забыл, прикиньте. АСД. Господи, меня сейчас убьют. Вот на В, вот забыл. Я вот на В, надо на В делать. Затем вот на английскую В. Давай тебя вот так вот поставим. Вот, а, так. Непон. Так, еще раз. Где В? Вот, нажимаем на В. И немножко пододвигаем. Вот как-то. Вот
Так. Да почему? Это невозможно, друзья. Нажимаем. Все, пробел. Так, давай, давай. Опа. Вот прикиньте, не нажимается. Так. Камера не двигается. Так. И как-то еще надо на мышку поставить. Ай, друзья. Подождите меня. Секунду. Так, нажимаем. Так, давайте, давайте. Так, блин. Невозможно это сделать. Ах, господи. Чё у меня так не ставится, а? Странно, конечно. Смотрите, ставим, и оно не ставится. Тулбокс. Смотрите, вот, друзья, ставлю тулбокс, он не ставится. Странно, конечно. Я вот пыталась прям. Так, короче. Короче. Я понимаю. Так, нажимаем на В. В. Да, я сказал В! Вот надо встать. В. Там уже давно тролик ездит. Смотри. Ура! Мы тулбокс положили. Поставили. Ура! Нажимаем на реверсивку. Так, сейчас нам надо вот так сделать. Реверсивку. Нажимаем на кнопочку В. Ой, В. Вот так нажимаем еще раз. А я сказала, нажимаем еще раз. Все, ура, я вставил. Так, вот так нажимаем. Тулбокс. Нажимаем на время, на часы, короче. Вообще класс. Их никак не поставить, прикиньте. А вот. Берем. О, здорово, пацанчик. Ой, никуда. Давай. Все, ура, поставили. Так. Так, я поставлю время по игре, короче. А, так сейчас же идет время по игре, ну и ладно. Так, ой. Вот сюда. Еще раз нажимаем Toolbox. И нажимаем на вот эту штуку. Все, пошлите. Нам пора вот так идти. Идем, идем. Давайте камеру немножко повыше, а то неудобно идти. Так, мы сделали, сейчас повернем. Я только вот не понимаю, один секрет тут есть, короче. Как поставить лестницу? Ура, ура, мы это сделали. Вообще, я ни разу не играла на компьютере в эту игру. Я вообще играю всегда на планшете в эту игру. И я еще тогда, помните, снимал видео по этой игре, но на планшете. Ну, так, ладно, у меня еще одна есть идея. Которая самая крутая. А что, угадайте, кто? Я сварщик. Сварщик. Так, берем вот эту штуку. Нажимаем вот сюда.
Так, и нам нужно нажать на две мышки. На две кнопки, точнее. Ой. А не получилось, не фартануло у нас, друзья. Вот так. Давай ставься. Ура, поставил. Следующую. Нажимаем, друзья. Вот так. Ну, хотя давай. Так. Нет. Так. Друзья, нажимаем на буковку В. Я сказала на буковку В! Ура, поставили! Убираем лесенку. Падаем вниз, камням вниз. Так. Давайте, друзья. Так, друзья, заходим в троллейбус. Вот, зашли. Так, теперь нам надо... Сейчас, подождите, пододвинусь. Сейчас нам надо запустить троллейбус. Вы вопрос скажете, а как? Все очень легко, нажимаем на вот эту вот кнопочку, на вот эту вот штуку. Нажимаем на буковку В, смотрите, английскую. Нажимаем вот сюда. И потом еще нажимаем на кнопочку, на вот такую вот кнопочку. Потом нажимаем на Toolbox, убираем. Нажимаем Toolbox. Берем вот такую штуку, которая ни для чего тут в этой игре. Так, дальше нам надо нажать опять на буковку В и присмотреться, куда ее поставить. Получается у меня как-то вот так. Вот так. Так, еще нам надо нажать на Toolbox и нужен фонарик нам. Нажимаем на буковку В опять. Я сказала на буковку В. Кстати, на планшете вроде только... нет, на планшете нельзя. Не... С первого лица только. Смотрите. Нам надо как-то пододвинуть его. Вот так. Мне кажется, не так. Давай вот так вот попробуем. Не, мне кажется, вот так пойдет. В. Да. Так. Нажимаем. Как же это сделать? Друзья, это невозможно. Может, сюда нажимаем? А тут не хватит. Давайте. Так. Нажимаем на В. Ура! Ура, мы это сделали. А теперь запускаем троллейбус. Я еще, это еще сложнее, друзья, как я думал. Зумер. Вот тут какой-то мой подписчик, что ли. Ну-ка. Это мой добавленный друг. Он сейчас напишет hello. То, что у меня почти все друзья, кроме подписчиков, русские, не русские.
подписчики у меня русские всегда. А иногда бывают даже украинские подписчики. Включаем светик. Я вот штанги не поставила, это одно. Ну, пускай зумер будет, да. Пускай зумер будет. Кричать. Ой. Извините. Кстати, я уже, да, я поеду на море и вам все покажу, как я еду. Там пацан вообще танцевал. Наверное, приехал работать первый раз. Он, наверное, танцует из моего звука зумера. Так, бежим. Он заручил. Кстати, он без тубокса. И скин у него донатерский. Ну, мне нравится его скин. А как вам его скин? Напишите в комменты. Так, идем. Тут, конечно, ничего не видно, так что я вот так сделаю камеру. И, кстати, очень удобно почти ставить штанги. Ну, мне. А вот как поднимать, я не знаю. Видите, только камеру поднимает. А как поднимать штанги, вот это вот вопрос. О, вот это мне буковка понадобится, вот такая вот. Так, это вот эта вот буковка. Да как же поднять эти штанги? Нет, не так. Нет, не так. Пытаемся ставить штанги уже 2 часа. Я запомнил, как ставить штанги. И вы это видите как. Нажимаем просто на буковку У русскую. На русскую У. Так. Нажимаем еще раз на У. И у меня не получается ставить штанги. Я, кстати, знаю, как тут нажимать на поворотники. Не ставится штанги. Я понимаю, что это сложно, но это сложнее. О, ко мне еще какой-то кто-то зашел. Мне написали ПР. Я, конечно, не знаю, но ты, наверное, мой подписчик. Привет. Как? Ой, я сказал как. Посмотрим. А, понятно. Так, бежим вот сюда. Вот сюда, я сказала. Нажимаем вот сюда. И вот так делаем вот сюда. Какие-то тут игроки ходят. Запускают свои троллейбусы. Ой-ой-ой-ой-ой, мне так далеко нельзя, что ли, отходить. Мне так далеко, что ли, нельзя отходить от контактных проводов. Мне очень сложно, конечно, ставить штанги. Давайте нажмем на буковку Е. Е. И еще раз на буковку Е. Дабы. Еще раз нажимаем. Все, вот так нажимаем. Я думаю, сейчас получится поставить. Не, я думаю, еще надо отойти вот так вот. Ура!
друзья, мы это сделали. Наконец-то мы мой троллейбус запустили. Так. Нажимаем на кнопочку. А хотя, зачем нажимать? Она же сейчас сама закроется. Нажимаем на вот эту вот кнопочку, смотрите. Сейчас дверь у нас не закроется. Но мы только начнем трогаться. Ну, не закрывается. Осторожно, двери закрываются. Я забыл маршрут принести. Я вот всегда вот маршрут указатель ставлю. Смотрите, куда. Вот так. Нажимаем на букву В. В сказал. Я В сказал, а не Б. Да какого? Так, ну попробуем нажать на букву В. Цицми, цицми. Мистер Бомбастик, бомба. Фантастик. Отходим на 1 метр. Как? Ура, я поставил. Ой, блин, у меня графика РТХ. Класс. Я включилась графика РТХ. Класс вообще. Цицми, цицми. Мистер Бомбастик. Бомба Фантастик. Нажимаем на маршрут. Это 10 у нас будет. Я так обычно делаю. Всегда 10 я люблю. Поэтому маршруту кататься. Кататься. Так, теперь нам опять на В надо нажать. Да блин. На В я сказала, не на Б. Ай-яй-яй. Давай. Скипа, тот цвет. Мистер Бомбастик. А я не могу поставить, друзья. Видите, он не ставится. Я нажимаю. Не ставится. Ура! Я нажала на пробел, он поставился. Ура! Я уже устала запускать реально троллик. Троллейбуса. Троллейбус. Да я уже запускать. Но... Кстати, друзья, у меня в городе ездят троллейбусы, тоже под маршрутом 10, но их, конечно, мало. На недельку до второго я уеду в Комарово, а теперь у меня штанга. Нажимаем на буковку. На какую буковку? Ура. Ура. Это очень легко и просто. Теперь садимся вот сюда. Нажимаем кое-куда. Вот сюда. Нажимаем. Нажимаем вот сюда. Мне хватает один дворник, да. Я всегда включаю один дворник. Ой, дворник. А, вот, ура. Наконец-то поворачиваем. Я от первого лица буду ехать так очень, я скажу,
для меня круто. Мне нравится, короче, ездить. Едем. Я понимаю, но Roblox стоп. Такие игры не любой может создать. Я понимаю, но у нас сейчас поворот идет. Вот повернули. Нам сейчас вот так на поворотик придется ехать. Но не сильно поворачиваем. Ведь это может привести, знаете, к чему? Я сейчас скажу. И знаете, к чему? Короче, перевернуться можно. Вот там, походу, ракета или маяк стоит. Да, там маяк стоит. Раньше вроде такого не было. День назад такого не было. Тормозись. Так, нажимаем на ручник. Нажимаем на ручник. Ладно. Ну, короче, вот так две двери открою. Почему? Ура! Пассажиры заходят. Через две двери. Осторожно, двери закрываются. Давай, заходи, челик. Все, закроем. Он зашел через закрытую дверь. Все. Нажимаем рычажок. Опа. Раз, два, три, поехали. Ой, не туда нажал. Все, мы едем по 10-му маршруту. Все нормально. Едем как обычный водитель. Я понимаю. Кстати, я люблю... Давайте сейчас сделаем мой любимый прикол. Да, да не этот прикол. Хотя, я попал. Да, я попал на этот прикол. Ну что же... Ой, ну что ж, друзья, вы были на моем канале. Миша Зой, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, а с вами я, Миша Зой. Всем пока-пока!